Автомобиль, независимо от своего класса и назначения, должен иметь два источника электроэнергии. Генератор и аккумуляторную батарею. Генератор приводится в действие двигателем автомобиля. И вырабатывает ток, преобразуя механическую энергию в электрическую. Аккумуляторная батарея работает на другом принципе. Она дает ток за счет химической энергии, запасенной в процессе зарядки. На автомобилях устанавливают генераторы двух типов. Постоянного тока и переменного. Конструктивным признаком генератора постоянного тока является движение проводника в магнитном поле неподвижного магнита. Генераторы переменного тока строятся на обратном принципе. У них магнитопровод и проводник неподвижны, а вращается постоянный магнит. Подключим к нашему генератору прибор и посмотрим, как вырабатывается ток. Всякий раз, когда мимо верхнего наконечника магнитопровода проходит северный полюс магнита, в катушке индуктируется ток одного направления. А при прохождении южного полюса направление тока меняется. Это происходит потому, что контур катушки пронизывается переменным по величине и направлению магнитным потоком. Принципиально в графическом изображении это явление выглядит так. Но в действительности нарастание и убывание магнитного потока происходит плавно. Вот по такой кривой. Итак, мы установили, что при прохождении полюсов магнита мимо наконечника магнитопровода магнитный поток, пронизывая контур катушки, меняется по величине и направлению. Следовательно, и ток, индуктируемый в катушке, тоже меняется как по своей величине, так и по направлению. Такой ток принято называть переменным. Модель нашего генератора переменного тока предельно проста. Его ротор имеет только два полюса, поэтому ток вырабатывается отдельными порциями с перерывами. Мы можем устранить этот недостаток, если увеличим число полюсов ротора. Теперь, как видите, магнитный поток меняется непрерывно. Следовательно, и ток вырабатывается тоже непрерывно. Вырабатывая переменный ток, наш генератор еще не может дать достаточного напряжения и мощности. По той причине, что его статор имеет только два наконечника и одну катушку с малым числом витков. Поэтому каждый из шести полюсов ротора работает лишь небольшую часть времени. Чтобы увеличить рабочее время для каждого полюса, необходимо изменить конструкцию статора, увеличив число его наконечников.
каждый наконечник поставим по катушке и соединим их последовательно. А к свободным концам подключим прибор. Теперь, даже при медленном вращении ротора, напряжение вырабатываемого тока повысилось. Повысить напряжение нам удалось за счет увеличения суммарного количества витков всех катушек, последовательно соединенных между собой. И все же лампочка не горит. Мала мощность. Как повысить мощность нашего генератора? Попробуем вместо постоянного магнита поставить на вал ротора электромагнит. Установим сердечник с катушкой возбуждения. Рядом поместим два изолированных контактных кольца и соединим их с обмоткой электромагнита. С двух сторон от катушки установим две массивные звездочки. Если концы их изогнуть, то мы получим электромагнит с чередующимися полюсами. Соберем генератор и подведем к его коллектору ток от аккумуляторной батареи. Теперь ротор нашего генератора образует мощный магнитный поток, благодаря которому в катушках статора индуктируется ток достаточного напряжения и мощности. Все хорошо, но как согласовать работу генератора, вырабатывающего переменный ток, с работой аккумуляторной батареи, которая при зарядке требует ток постоянный? Для выпрямления переменного тока в постоянный применяют специальные устройства – выпрямители. Перед вами обычный селеновый выпрямитель, при помощи которого можно заряжать аккумуляторные батареи от сети переменного тока. В качестве вентилей, выпрямляющих ток, здесь применены селеновые шайбы. Это пакет селеновых шайб. А это селеновая шайба. В настоящее время промышленность выпускает не только селеновые шайбы, но и другие полупроводниковые приборы, выпрямляющие ток, в том числе кремниевые диоды. О том, как устроены кремниевые диоды, в этом фильме мы рассказывать не будем. Эта тема требует самостоятельного изучения. Рассмотрим только основной принцип работы диода при его включении в электрическую цепь. При разрыве цепи ток в ней не течет. Если же разрыв замкнуть диодом вот так, цепь восстановится. Такое включение диода называется прямым. При включении диода в другом направлении он будет работать как изолятор. Такое включение диода принято называть обратным. И попробуем использовать один диод для выпрямления переменного тока. Смотрите, стрелка прибора отклоняется только в одну, правую сторону. Это значит, что ток тоже течет в одну сторону. Если включить диод другой полярностью,
то направление тока изменится, и стрелка прибора будет отклоняться влево. Диод пропускает ток только в одном направлении. Графически работу одного диода можно показать так. Половину времени ток в цепи отсутствует, а в оставшееся время ток течет. Такое выпрямление тока называется однополупериодным. Его нельзя признать удовлетворительным, так как половину времени генератор работает в холостую. Для устранения этого недостатка нам потребуется не один диод, а сразу четыре. Составим схему из генератора, четырех диодов, вольтметра и проследим ее работу. Допустим, что в данный момент генератор дает ток вот такого направления. От генератора ток потечет к нижней вершине выпрямителя. Здесь возможны два пути. В первом случае диод включен обратной полярностью и ток не пропустит. Второй диод подключен прямой полярностью, и ток пойдет через него к левой вершине выпрямителя. Здесь тоже возможны два пути, но диод, включенный обратной полярностью, преградит путь току. Следовательно, ток потечет во внешнюю цепь и через вольтметр подойдет к правой вершине выпрямителя. Здесь оба диода включены прямой полярностью, но через нижний диод ток не пойдет, так как этот путь приведет его к пройденной точке схемы. Остается один путь через верхний диод к генератору, в результате чего цепь замкнется. При изменении направления тока, вырабатываемого генератором, путь его на схеме будет следующим. Таким образом, в зависимости от направления тока, вырабатываемого генератором, поочередно работают противоположные пары диодов. А направление тока во внешней цепи всегда остается одним и тем же. Построенная нами модель генератора пока еще требует для возбуждения посторонний источник тока, аккумуляторную батарею. Попробуем использовать для возбуждения генератора его же выпрямленный ток. Теперь наш генератор, благодаря выпрямителю, сам себя возбуждает и отдает энергию во внешнюю цепь. Но ток после выпрямления остался сильно пульсирующим. Смотрите, он меняется от нуля до максимума. Такая пульсация по ряду причин на автомобиле недопустима. Что можно сделать, чтобы свести пульсацию до минимума? Вы, наверное, замечали, что переменный ток передается на расстояние тремя проводами. Такую систему называют трехфазной. А нельзя ли и нам для устранения пульсации тока в нашей системе применить этот же принцип? Возьмем статор с тремя наконечниками. На каждый из них поместим по катушке. Начало катушек соединим вместе, а на концах установим клеммы. Такое соединение обмоток генератора называется включением звездой. Сделаем ротор с одной парой полюсов и поместим его в статор. Обратите внимание, у трехфазных генераторов число полюсов ротора всегда кратно двум, а число катушек статора кратно трем. К нашему генератору можно присоединить три внешних цепи,
Каждая цепь будет работать самостоятельно. Графически работа каждой цепи изображается так. Здесь каждая кривая переменного тока сдвинута относительно следующей на 1/3 оборота ротора. Таков принцип работы трехфазного генератора. Для выпрямления переменного тока в постоянный нам опять потребуется выпрямитель. Воспользуемся 6 диодами. Полученную схему присоединим к генератору и внешней нагрузке. Сейчас наш генератор отдает энергию. Стрелка прибора показывает, что в цепи течет постоянный ток. Проследим, как это получилось. Предположим, что в данный момент эта катушка статора вырабатывает ток такого направления. Он проходит через выпрямитель во внешнюю цепь и течет в ней справа налево. Когда ток в катушке меняется на противоположный, то его путь через выпрямитель будет другим. А во внешней цепи он остается прежним. Таким образом, каково бы ни было направление тока в катушках статора, направление тока во внешней цепи всегда остается неизменным. Посмотрим теперь, что нам дал переход на трехфазную систему. Вот кривая выпрямленного тока от первой катушки. Это кривая от второй, а это от третьей катушки. Если просуммировать токи всех катушек, то во внешней цепи будет течь вот такой результирующий ток. Пульсация, как видите, получилась незначительной. Мы рассмотрели принцип работы трехфазного генератора. Попробуем применить этот же принцип в построенной нами модели. Увеличим для этой цели число наконечника статора до 9. Внешние концы первой группы катушек соединим между собой и подведем к клемме. Точно так же поступим со второй группой катушек. И с третьей. Внутренние концы всех катушек объединим общей шиной, чтобы получить соединение звездой. Обмотку возбуждения генератора можно изобразить вот так. Вам принцип устройства трехфазного генератора с полупроводниковым выпрямителем. Теперь познакомимся с конструкцией генератора переменного тока серии Г250. Генератор этой серии состоит из следующих основных частей. Статора с трехфазной обмоткой. Ротора с клювообразными наконечниками, обмоткой возбуждения и коллектором. Выпрямительного блока, в который вмонтированы 3 пары диодов. 2 крышек, передней и задней, а также вентилятора и приводного шкива. Статор генератора имеет 18 наконечников. Его катушки объединяются в 3 группы и соединяются звездой. Число наконечников, как видите, кратно 3. Перейдем к ротору. Ротор генератора собирается на валу. Посередине устанавливается катушка возбуждения. С
Справа и слева от нее массивные звездочки с клювообразными наконечниками. Наконечники одной звездочки являются северными полюсами, наконечники другой – южными. Таким образом, 6 южных и 6 северных полюсов электромагнита чередуются по окружности, а их общее число 12 кратно 2. Рядом с катушкой возбуждения устанавливают изолированные кольца коллектора и присоединяют к ним концы обмотки электромагнита. С двух сторон на вал ротора устанавливают закрытые шариковые подшипники. На одной из крышек генератора монтируют щеткодержатель с двумя щетками. С внутренней стороны этой же крышки устанавливают выпрямительный блок с 6 диодами. Соединение диодов в выпрямительную схему производится с помощью шин отрицательной и положительной полярности. В заточку крышки устанавливается статор генератора. Концы его обмоток соединяются с клеммами выпрямителя. Ротор генератора, как мы уже говорили, устанавливается на шариковых подшипниках. Один из них закрывается с внешней стороны. Другой монтируется в передней крышке. После установки передней крышки вся конструкция стягивается винтами. На свободный конец вала, имеющий сегментную шпонку, устанавливают крыльчатку и приводной шкив. Благодаря окнам в крышках и наличию крыльчатки, воздух просасывается через внутреннюю полость генератора, охлаждает диоды и обмотки. Собранный генератор устанавливается на блоке двигателя, а через его шкив перекидывается приводной ремень. Как же подключается генератор к общей схеме электрооборудования? Генератор имеет 3 клеммы. Плюсовая клемма и клемма шунта соответственно соединяются с аккумулятором и реле-регулятором, от которого идет проводник к плюсовой клемме батареи и далее к потребителям тока. Минусовая клемма соединяется с массой автомобиля. Итак, вы познакомились с принципом действия и устройством автомобильного трехфазного генератора переменного тока с полупроводниковым выпрямителем. Генераторы этой серии устанавливают не только на автомобилях ЗИЛ-130. Они устанавливаются также на некоторых других грузовых и легковых автомобилях. Почему же генераторы постоянного тока вытесняются генераторами переменного тока? У генераторов постоянного тока
Конструкция ротора такова, что его сборка не может быть механизирована и производится вручную. Конструкция ротора генератора переменного тока допускает механизированную сборку. Вторым неоспоримым преимуществом генератора переменного тока является меньший расход электротехнической меди. Необходимо также отметить, что коллекторный ток генератора переменного тока во много раз меньше, чем у генератора постоянного тока, и, следовательно, долговечность этого узла больше. Перечисленные достоинства генератора переменного тока, а также массовое производство полупроводниковых выпрямителей, создали условия для широкого внедрения генераторов серии G250 на многих автомобилях.